Короче, девчонки дали мне сигарету покурить. Я даже не помню, как называется улица, на которой я работаю. Короче, я сейчас езжу только на Т-77 и еще на Т-3 конверт. Короче, Т-77 8 уровня. Барабанный танк, который на три снаряда через 2 секунды стреляет, потом заряжается 37 секунд с чем-то. Потом фига на меня подействовала. Ну, это обычные компакт-сигареты. Бонд, фига. Фига, вот она у меня. Я сейчас покажу. Вот компакт-сигарета Бонд. Короче, вот в этих частях у меня синдром беспокойных ног, напряженность. Вообще, я не могу описать вам, если вы не испытывали. И вот когда выкуриваешь сигарету, то в этих частях, где у меня синдром беспокойных ног, такое чувствуется облегчение временное. Вот необычное. Почему так, я не знаю. Наверное, это связано с нервной системой. Там, короче, на Т-77 я... Там либо ты попадаешь с десятками, и даже с десятками бывает, настреливаешь урон. Хотя бы один выстрел уже 300 с чем-то урона. А поскольку у меня, ну, диагнозы, там, ну, я плохо реально играю, то обычно я на танках, которые один раз выстреливаю, потом, допустим, потом, ну, 10-15 секунд перезарядка. У меня получается, часто очень получается даже один только выстрел сделать за бой. Хуя. Они, наверное, подумали, фига тупой. Работает, не знает адрес. Ну, я абстрактный чел. Я примерно сказал вам, какая улица. Либо такая. Ну, дом точно знаю, цифру. Хотя я, кстати, было даже в цифре ошибался. Меня наебать, расплюнуть. Я вот... Если... Короче, Т-77 это самый, и, короче, барабанные танки это самый такой, который подходит мне. А вот танк с двумя пушками, ИС-2 там или еще там есть советские, вот это советские танки с двумя пушками. Там просто неудобно, мне не нравится то, что когда выстреливаешь из одной пушки, затем камера переходит вправо на другую пушку, потом влево. Вот это вот как-то некомфортно мне визуально. А на этом я даже 1000, даже 4000 настреливал на Т-77. Это вообще хороший танк для меня, вот именно. Но, кстати, вот сигареты Бонд не оставляют такого говнистого привкуса. Не со вкусом говна. Может быть, если есть сигареты Бонд не компакт, потому что я не люблю компакт.
то может быть попробовать купить. Но они не везде продаются. Нужно пойти там на рынок, наверное. Там, наверное, может быть, и то не факт, что их продаются. Я, короче, буду копить боны и потрачу на куплю боновое оборудование для Т-77. Реально хороший танк. Я ему сейчас сделал стабилизацию, два слота на стабилизацию, стабилизатор вертикальной наводки и досылатель, ой, не досылатель, там нет досылателя. Система наведения улучшенная на 0, ну, на 10% улучшает, ну там чуть-чуть, но все равно это хоть что-то. Я вот пока что точно не знаю, какая лучше всего ему оборудование подойдет, но ему обязательно нужно, для меня ему нужна защита внутренних модулей, потому что боеукладку, если повредят, то там перезарядка уже 3 минуты, а не 30 секунд. Пока 3 минуты 3, или даже 30 секунд перезаряжаешься, противники как начнут наступать, и все. Хотя даже в таком случае, там, помню, Т-32, мощный танк, ко мне вплотную прям впритык подъехал. Я даже успел ему выстрел сделать после перезарядки длительной. Возможно, к концу недели у меня будет уже даже 79 килограмм вес, надеюсь. Это очень хорошо. А мобильность у этого Т-77 хорошая, но назад скорость очень маленькая. Если бы назад была скорость большая, то это вообще было бы просто имба. Я пересадил там экипаж, самый прокачанный, с танка Т-32 на Т-77. Теперь вообще там он по экипажу он вообще максимально прокачан. Там 4, по 4. 4 навыка. 3 вкачанных полностью на 100%. Ремонт, боевое братство и еще снайпер и еще там плавный поворот башни. Было бы там еще какая-то система защиты для экипажа, потому что если наводчика или и заряжающего контузят, ранят, то ранит, то это вообще плохо. Ну так он вообще хорош танк, вот реально. Для меня конкретно.
Причем он фактически никогда в минус по серебру не выходит. Там у него ремонт 9 тысяч серебра-10 тысяч серебра. Если там даже плохо провел бой, то там 10 тысяч самый минимум выходит серебра. Вообще хорош. Да, чувствуется в этих местах. Сейчас покажу. Вот в этих местах. Вот отсюда до сюда. То есть, вот отсюда до сюда. Такое облегчение временное. А ночью, когда синдром беспокойных ног особенно сильный, вот в этих местах вообще капец. Такое начинается. Синдром беспокойных ног начинается. Самый настоящий. Для полного счастья надо, короче, чтобы Фрэнк восхищался и донатил мне там время от времени. И я купил бы себе вот это все, наряд сценический. Как я уже говорил, кожанку черную. Желательно наручники на пояс. Черную шляпу копа. Очки черные. И резиновую жопу. С наклейкой Фрэнк. Шлепать эту жопу, блядь. Это он охуеет. Вот он написал мне мистер Шокер. Типа он шокирован. Когда я выложил, блядь. Как кабачок, блядь. Так, еще в таком ракурсе. Как знаешь, мем там такой был. Есть такой мем, типа. Черную дыру руками так разрывает, блядь. Ой, блядь. Ну еще, конечно, если бы у меня реально руки были бы сильные, хоть подкачать. Но видишь, у меня кисти рук очень тонкие. Ну, по сути, руки пианиста, вот реально мне так и говорили. Типа, на фортепиано занимаешься? Там, нет. Ну, сейчас покажу. Смотри, у меня нога трясется вот так. Да вот, действие синдрома беспокойных ног. Вот здесь вот. Здесь. Так. Трясется.